смотри. Время – деньги, а деньги – время. Не люблю тратить ни то, ни другое. Что вам надо? Я пришел помочь вам заработать кучу денег, мистер Макнили. Это не мелочь, дело крупное, очень крупное. Вот что, придурки, катитесь отсюда ко всем чертям и не отнимайте мое драгоценное время. Вы что, не знаете? Белым в этом районе делать нечего. Вообще-то мы надеялись подружиться с вами. Хотя бы на время. Где вы это взяли? Сами сделали. Врешь. Чтобы такое сделать, одного мастерства мало. Нужны капиталовложения. У вас есть на чем печатать такие бумажки? Нет, поэтому мы и хотим вам их продать. Вот, смотрите. А второе клише есть? Да, оно в надежном месте. Присаживайтесь, господа. Вы ищете партнера, чтобы наладить печать? Мы просто хотим их продать. Просто продать. Вы и цену уже придумали? Миллион, но они стоят намного больше. Если они стоят больше, тогда почему вы просите всего миллион? Кое-кто знает, что клише у меня. Кто? Не знаю. Владелец? Не знаю. Может, федералы? Кто бы это ни был, меня уже пытались убить. Поэтому я и хочу смотаться из города. Вот что я сделаю. Я вызову своего бухгалтера. Пусть посмотрит клише. Если они настоящие, мы договорились. Миллион долларов и менять условия не будем. Да? Конечно, хорошо. Вот телефон. Позвоните вечером. Я скажу, где меня найти. Думаете, мы можем взять кого-нибудь для охраны? Отчего? Ну, мало ли, всякое бывает. Да если я захочу, из вас мигом котлеты сделают, Зиппо. Да, да, что-нибудь такое. Я серьезный бизнесмен и разбираюсь в людях. Я своих партнеров не кидаю. Если бы я был просто гастролером, Зиппо вас сюда не привел бы. Да. Так было раньше, а как сейчас, не знаю. Видишь этих двух стервецов, Зиппо? Если я захочу, они вас так отделают, что вы забудете, как вас зовут. А потом еще разорвут на куски. Мало не покажется. А вы будете просить прощения и сами скажете, где вторая часть клише, мать вашу. Но я не такой. Мистер Макнили. Что? Мне кажется, задаток не помешал бы. Он у нас шутник. Мне нравится этот парень. Задаток, говоришь? Будет тебе задаток. Какие проблемы? 5 штук. Клише останется у меня. Остальное получите, когда принесете вторую часть. Чисто сработано. Чище не бывает, мать твою. Надеюсь, паспорт у тебя в порядке. Если все будет как надо, ты будешь человеком, мать твою. Человеком, я уверен. Алло, Стерлинг? Да, завтра утром у меня будет важное дело. Надо его обтяпать. Какое дело? Нужно будет много наличных. Сколько надо? 1 000 000 баксов. Плюс надо кое-что проверить. Если у меня есть настоящее клише для 100-долларовых банкнот, сколько оно может стоить? Могу сразу сказать, раз в 10-15 больше, в зависимости от качества. Это точно?
Банкнота новая или старая? Новая. Продавать такое просто преступление. У меня есть человек, который сможет его проверить. Но, по-моему, ты и сам все знаешь. А сколько у нас наличных? 1 000 000 мы вряд ли наскребем. Может, штук 100? Остальное получим через банковскую ячейку. 100 штук? На прошлой неделе у нас было 200. Ты что, там спятил? Достань бабки где хочешь. Нам нужна эта сделка. Завтра, чтобы все было. Я постараюсь. Я тебе постараюсь. Действуй.